сначала мы будем чистить креветки. Теперь мы будем резать яйца. Можете резать, как вам нравится. Не обязательно мелко. Я порежу достаточно мелко. Теперь колбасный сыр. Его тоже нужно очистить от пленочки. Она нам не нужна. И порезать кубиками. Открыть банку с кукурузой, слить воду и положить в наш салат. Выкладываем кукурузу в наш салат. Вы можете взять тару побольше, мисочку побольше. Я взяла прозрачную, чтобы вам было видно. Все, теперь нужно заправить салат. Наш салат готов. Приятного аппетита!